Я выбрала данную профессию, потому что здесь много путей для реализации себя. Я могу организовывать работу флота или же прибрежного и океанического рыболовства, разрабатывать биогидротехнические сооружения для аквакультуры или же пойти просто по научной стезе. Я горжусь своим выбором и своей профессией, ведь она очень значима и важна для общества и для экономики страны.